На Владимирском спуске 2-4 декабря ограничит движение. Со 2 по 4 декабря на Владимирском спуске ограничит движение транспортных средств. Виновник ограничения – Киевводоканал. В указанный период на Владимирском спуске будет производиться ремонт водопроводной сети. Киевводоканал предупреждает водителей о возможных проблемах с трафиком и просит учитывать эту информацию. По материалам сайта newsgro.com.